Так, Юпитер, будьте любезны. Даже вижу Галилеевы спутники и вижу одновременно полосы на Юпитере. Ну, ИСО у меня 200, сегодня 29 октября, 23 год. В общем-то, небо не совсем чистое, к сожалению, но когда у нас будет противостояние Юпитера, будет все еще хуже. С погодами 3 ноября, по крайней мере, на нашу. Наверное, вот это максимум. 595 миллионов километров до нашего красавца сейчас. Так, ладненько. Не будем затягивать. У нас рядышком с Юпитером сейчас луна на небосводе. Вчера было затмение частичное, удалось мне его поснимать. Так, уменьшаю светочувствительность. Дабы не было... Опа! Штатив поплыл. Ну так, красавица ты наша. Сівкруг на вівтар світить місяць грізений. Я прийняв богами в дар меч вогня залізний. Красотень. Запрягай коня, зорі мої шати. Помолися за нас, мила, нам час вирушати. О, ти ж моя лапочка. Наверное, уменьшу еще чуть-чуть выдержку. И отойду. Кратер Тихо. Милости прошу к нашему шалашу. 100 километров он, по-моему, в диаметре. Ну, вот считайте, какая тут кратность. 125 оптическое увеличение плюс 4-кратное цифровое. Да, но, к сожалению, такая дымка вполне серьезная. Ну, хотя бы так. Сівкруг на вівтар. Сівкруг на вівтар. Так, ладно, не буду я вас мучить своими. Вокальными неспособностями отошел. Світить місяць грізний, я прийняв богами в дар меч вогню залізний. Oh, the weather outside is frightful. Не, по-моєму, класно. Ладушки, не будем перебарщивать. Хорошенько помаленьку. Сатурн не буду даже пробовать за такой дымкой. В 1,5 миллиарда километров это будет не то. Будем надеяться, может, завтра получше погода будет. Ну, в общем, ждем. Третьего ноября противостояние Юпитера на ближайшем расстоянии к Земле будет.